В больнице Бангкока скончался участник антиправительственного протеста. Он получил ранение при взрыве гранаты. Вместе со своими единомышленниками они шли маршем по улице. И тут, как утверждают очевидцы, со стороны заброшенного трехэтажного здания в людей бросили бомбу. Ранение получили около 40 человек. Взрывное устройство сработало примерно в 200 метрах от лидера оппозиционеров и одного из главных организаторов шествия. Политик не пострадал. В нападении он обвинил правительство Таиланда. Исполняющий обязанности тайского премьера Инглак Чиновата отвергла обвинения. Она пообещала, что против преступников будут приняты соответствующие меры. К слову, беспорядки в столице Таиланда не стихают уже третий месяц. За этот период погибли 9 человек, около 500 пострадали.